Великобритании с новой силой разгораются споры о выходе страны из Евросоюза. Премьер-министр Борис Джонсон настаивает, переносить дату в очередной раз нельзя. Страна должна покинуть ЕС 31 октября в любом случае. Несколько часов назад Джонсон провел переговоры по телефону с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. Британский премьер, как передает его пресс-служба, заявил, что заключение сделки невозможно без изменения пункта по ирландской границе. Это положение, по мнению Джонсона, главный недостаток соглашения по Brexit. Он требует заменить его, чтобы Великобритания вышла из Евросоюза с соглашением. Но конкретных предложений пока нет. В это время свой план готовит британская оппозиция. Лидеры партии встретились в Лондоне и договорились не допустить Brexit без сделки. Сначала мы выдвинем законодательное предложение не допустить Brexit без сделки. Я также выдвину предложение о вотуме недоверия премьер-министру, но, очевидно, не первым пунктом. Важно продолжить законодательный процесс, который не позволит премьеру действовать вопреки воле парламента. Нужно показать, что большинство считает, что эта страна не должна потерпеть крах, выходя из ЕС без договоренности. Премьер-министр должен уважать парламент и понимать, что его роль заключается в том, чтобы задавать вопросы и бросать вызов исполнительной власти. Вот для чего он существует. Корбин также обратился к депутатам, отправившей консервативные партии, к независимым парламентариям с просьбой поддержать его инициативу. Всего лидер оппозиции направил больше 100 писем, в том числе бывшему премьеру Терезе Мэй и экс-главе Минфина Филиппу Хаммонду. Какого эффекта добьется Корбин, станет известно только на будущей неделе, когда парламент вернется с летних каникул.